Проснулись, мы сегодня уже вернулись к родителям. Наши кофе. What is it? A skateboard. Oh, that's what dad made it, right? У меня... Сейчас я вам объясню, что это. Show me, guys. У моего мужа была своя компания игрушек. И вот эти игрушки мой муж сделал. Ну, дизайн. He closed that company, right, mom? Pardon me? He closed that company. No, Zane still has it. Crazy Zane. А, да-да. Нет, его партнер, его... у мужа был партнер. Он просто его предал, и мужу пришлось просто уйти из компании. Но это... could have been a multi-million dollar company. Да. Easy. I'm gonna just give a little more coffee. Okay. I'll be right back. Свекровь говорит, если бы Джей остался бы в этой компании, это была бы уже, ну, многомиллионная долларовая компания. Но муж ушел, потому что там были очень плохие отношения, его партнер его предал. Они открывали эту компанию вместе с мужем. Вот эта компания игрушек. До сих пор эти игрушки есть на маркете. Но муж не любит рассказывать про эту историю, потому что очень-очень сильно... Ну, психологически и по финансам очень сильно дало вот, это, вот эти отношения с этим парнем, его зовут Зейн. Он просто его предал, и были очень большие проблемы у Джей из-за этого. Ему, ну, он всегда говорит, мне пришлось оставить компанию своей мечты, которую я открывал из-за этого человека, потому что я не хотел связываться с ним больше. Вот, разговаривали сейчас со свекровью, она мне рассказывала историю про свою подругу, у которой умер два сына. Она, знаете, я знаю эту подругу, она очень молодо выглядит, ей, сколько ей, 65, кажется, но она выглядит очень молодо, очень состоятельная женщина, ну, такая состоятельная. И два сына она потеряла, за три года она потеряла два сына и плюс еще и внука. И вот она рассказывала эту историю, я говорю, боже мой, как же это страшно, вот так вот за раз потерять всех. Но она держится, такая веселая, это, но она говорит, она просто этого не показывает. На самом деле, как бы есть дни, когда она просто теряется в депрессии. Конечно, это очень страшно, потерять детей так быстро. Ой, так мне нравятся вот эти вот птички. Покажу себя тоже, но я, конечно, без косметики, вся такая. Спала я сегодня не очень хорошо. Я вам уже рассказывала. Уже, наверное, в этом видео я вам уже покажу, как мы ходили в Starbucks и пили вот этот вот мартини. Боже мой, я приехала домой, хотя я выпила только один стакан. Ну вот, один бокал, или как это называется. Ну вот, или стакан, я не знаю, как называется вот эта штучка, на которой подают мартини. И как только я попробовала, мне было, конечно, сразу же противно. Во-первых, чувствуешь сразу же оливковое масло на губах. Я не знаю, зачем они туда добавили оливковое масло. То есть там один шот эспрессо, кофе, один шот этого водки, эспрессо сиропа, немножко шоколада и оливковое масло. Вы представляете, это такая гремучая смесь. Я все равно, потому что она стоила $20, чтобы просто тупо не выкидывать эти $20, я допила. Вот, прям заставила себя как лекарство допить. И после этого мы уехали, получается, через 2 часа. Приехали домой. Вот вчера, и вы знаете, мне было так плохо, у меня вот идет тошнота, я думаю, боже мой, я начинаю вспоминать про вот этот вот мартини, и как только я вспоминаю про него, про вкус, у меня прям идет, вот это, знаете, ну вы поняли, рефлекс вот этот рвотный. В конце концов, у меня была такая сильная рвота, извините, если вы кто-то там пьет чай, не буду вдаваться в подробности, но мне было очень плохо, поэтому... Это не во всех Старбаксах есть, то есть, ну, если кто-то в Чикаго или там где-то, где они это подают, они так гордятся этим мартини своим,
но не пейте, это просто ужас. Еще я понимаю, если бы они не добавили это оливковое масло, но это оливковое масло, это какой-то трындец. $20 угрохать на это, но я просто, знаете, тоже это экспириенс, да, то есть я говорю, это самый большой Starbucks в мире, и этот дринк, эспрессо, который они делают, мартини, это их спешлти сейчас там. Как бы не попробовать, когда у всех на руках этот мартини, ну, я посчитала это глупым, да, хотя бы нужно попробовать, чтобы знать, что это. Попробовала, больше никогда в жизни. Я вообще не пью водку, я вообще не могу пить мартини, это не мое. Я могу пить пиво там, ну, может быть, маргариту, да, и то маргариту я не могу как бы полностью допивать, я ее пью там 3-4 глоточка и все. Но есть такие мартини, которые, в принципе, можно пить, мартини вообще не чувствуешь алкоголя. Хороший мартини, вообще хороший коктейль, ты не должен чувствовать там алкоголь. Алкоголя я там не чувствовала, но я там очень сильно чувствовала оливковое масло. Так что я не рекомендую вам, это просто ужас. Мы вчера купили ей, видите, вот эту стрекозку. Дети сейчас ей подарили. Butterflies. I love butterflies. And you know what? It has to be dark, dark, dark. That's beautiful. We may have to move them though because we can't see his wings. The butterflies. Ой, так хорошо на улице, прям очень. Погода шикарная. Обычно тут всегда очень влажно и душно, но сейчас утром очень хорошо. Emma got you something. Look at you guys. Oh my gosh, what is it? Is it Christmas? It's clothes. Clothes. Oh my gosh, that's a swimming. Whoa. А свекровь уже столько вещей купила и снова притащила. We're gonna go swimming all summer, guys. Let's see. What is that? JJ, what's on it? I like this one. You know why? This. Oh my gosh, surf up. And what is that? I bet it's something cool. This is towel. Oh, what kind of towel? What does Maisie got? Let's see, Maisie. Let's see, JJ. Don't open it. Let's say see. Thank you to Grandma. Here's the towel there. It is what it looks like. Show Mommy. Oh my gosh, this Why is so What kind of bathing like, suit is so It's a two-piece. That's so cute. Here, if you come bring it to what me. What kind of bathing suit is that, Maisie? That's it, Daddy? That's it. Yeah, what kind of... What Show kind Mommy of, what kind of bathing suit that yeah, is. Yeah, what's the picture there? What is it? What is the picture? Look in the front. Who is Here, it? What it is it? You're going to have to take these little pieces out. On the front of the... They can go down on the ground. That's a shark. Show Daddy, he'll turn it around for you. She's trying to see the picture of it. Let me see. Aww. Is there a picture? There's no picture. No, in the front. What is it? Oh. So she can see. What is that? What is it, Ben? Can you wear it? Yeah, it's I mean, a unicorn. It's today. A unicorn. Actually, yeah, I got all the kids there. Go give a kiss to Show Grandma. Mommy what kind of towel? Give a kiss to Grandma. Say thank you, Grandma. You Go it. Give a kiss to Grandma. You. Yes. Go give a kiss to Grandma, JJ. Yeah, take it out. Say thank Hold you. Up. It's for the. Oh, it's thank you, Mom. That's so sweet. Oh, this is so sweet. Pull it towards you. They actually, babe, you know that they don't have a towel, their own. That's why I gave them. They that's take it that's home. Their first Maisie, towel. Towel. The pool towel. They don't have beach towel. Well, look at Maisie. This Daddy is what your towel it. Looks like. It's mermaid. A mermaid, this just like Grandma. Like so right you here. Could remember Grandma when you look wow. at your towel. Yeah, you because Grandma. What kind of towel is it? Oh, cool. Yeah, if it's on the ground, that's a great idea. Exactly. Oh, man. Is that cool or what? I saw that towel and I thought of you. That's very that's cool. That's way cool, guys. We're going to have a fun summer So then you could always home. Think of, okay, JJ, and you have, remember, you jump under the water now when you get home. Okay, Maisie, take exactly. it out. Exactly. Pull it out, the towel. Give a kiss to Grandma, JJ. Say thank you for the gift.
JJ, I really like this. Isn't that cute? Surfer. I really love it. Surfboards, just like actually, all surfboard. The girls got that too. What they got? Good morning, Dad. What you get? Yeah. You got this where? From Grandma. I was gonna say it looked like Grandma. It looks like Grandma. No, it's mine. It's mine. No, it's mine. I like it. No, I like it. I like it. No, I got a shark one. Look what JJ got. It's mine also. It's mine. It's mine. It's mine. This is my coop. Are you coughing, JJ? My coop. He was coughing last night too. Okay, babe, people cough. I was coughing too. Am I sick? Do I need to go to the doctor? He is sick because I can tell. He got a tick. Uh-oh, what is it? No, I'm just checking. He gets ticks on him. Did you go to the doctor? You can't. So I'm going to make, when you go over to Alex's, I'm going to make a lot of salads today and just have them done. Do you have jelly? Do you like cooper? Джей приготовил нам завтрак. Яичница, английский маффин со смородиной. Значит, у нас тут авокадо, апельсины и виноград. Кофе и сок. Купер, down. Making a mess. Купер ждет своего часа. You a good baby watcher? Правнук моей свекрови, смотрите, какой красивый. У него такие красивые глаза, зеленые. Какие-то темно-зеленые. Amazing. Give that baby a little kiss. Give him a little kiss on the cheek. Give him a little kiss on the cheek. Little baby kiss. You know why? Because you're on the... Tickle him. What a happy baby. Who's that strange guy? Who's that strange guy? With the big head. Just like, oh my. The kids are going to go outside. The kids are going outside. I don't know if JJ has a jacket yet, so. Daddy, since yeah, lots of babies. Maisie, let me know if you need a shirt on, okay? Вот это, мне кажется, это уже был предпоследний день у свекрови, или последний день, я уже не помню. Да, это был предпоследний день. Приехали внуки, правнуки, мы делали барбекю, хорошо отдохнули. Я хотела сделать прямой эфир со свекровью, но интернет, так как они живут за городом, у них интернет очень был низкий, и как-то, знаете, было все прям на ходу, дети, у нас не было абсолютно свободного времени, и она как бы согласилась сделать прямой эфир, но я сама никак не собралась сделать этот прямой эфир, но ничего, они прилетают к нам в октябре, и потом тут будет как бы намного легче, постоянно были дети, постоянно был хор, вор, поэтому не смогла я сделать прямой эфир со свекровью. Но мы хорошо с ней провели вместе время. Мне очень нравится, знаете, ее энергетика, как я вам уже рассказывала много-много раз, что она очень мудрый человек, и когда общаешься с ней, просто становится как-то хорошо на душе. Она также говорила про своего брата, который вот умер в прошлом году. Помните, мы были у свекрови в летнем доме во Флориде. Они живут полгода в этом доме, полгода живут во Флориде. Там Сант-Джорджи-Айленд, кажется, назывался. Или Джордж-Айленд, да. Вот, и там они живут полгода, когда зима в Чикаго. И вот летом они тут. Она сказала такую фразу, что когда умирают твои родители, ты как бы перестаешь быть уже ребенком и становишься взрослым. Но все равно, когда у тебя есть еще братья и сестры, которые знали тебя с детства, до замужества, до появления детей, ты все еще держишься вот за вот это время, которое у тебя было до появления детей и семьи. И когда умирают уже твои братья, сестры, очень большая часть тебя уходит вместе с ними, потому что брат был последний. У нее умерла сестра 10 лет назад,
очень молодая еще была. Ну, ей было 50, кажется. А потом вот брат. И она говорит, с братом ушла вот последняя эпоха. Он знал, какая я была в детстве. Он знал, через что мы... Ну, не то, что через что мы прошли, но вот все наше детство, да, вот этот кусочек. Детство, юность. Был человек, который знал тебя до появления детей, до появления семьи. Это, она говорит, ты это поймешь, или человек это понимает только вот уже, когда все это теряет. И поэтому она, конечно, очень... Ну, ей больно, но она также понимает, что это жизнь. Все время говорит, что нужно ценить каждый день. Ну, вот банальные слова, подумайте, да, что мы все, в принципе, знаем, что нужно ценить, но не каждый человек это реально осознает, что и родители не вечны, и даже братья и сестры тоже не вечны, да и мы сами, да, не вечны. В общем, хорошо мы провели время. Конечно же, иногда мне хочется поехать куда-то там на Гавайи, да, или какие-то другие места, но я понимаю, что время с семьей тоже важно. Я вижу, как для них это важно, для свекрови, для свекра, как важно для них проводить время с внуками. И они все время повторяли, что для них это боль, что мы живем далеко от них. Поэтому, конечно же, я рада, что мы провели хоть какое-то время вместе. Утро. У нас сегодня у нас, что у нас, понедельник. И мы сегодня возвращаемся уже домой вечером. Последний день кофе со свекровью. Она говорит, сегодня наш с тобой последний день кофе. Я говорю, да. Джейчик готовит завтрак. Угу. Последний день в Чикаго, наш обед.